коллективов веселых и находчивых приняли участие во втором музыкальном фестивале КВН Куба губернатора Омской области 2011. В День молодежи в зале СКК имени Виктора Блинова количество креативных молодых людей и любителей хорошего юмора на квадратный метр зашкаливало. Я, между прочим, слежу за своей фигурой. В смысле, наблюдаешь, как она увеличивается? В качестве гостей фестиваля выступили обладатели многочисленных наград КВН, любимцы омской публики, команда «Полиграф Полиграфыч». Их появление на сцене СКК вызвало особый восторг. Сегодня Кубок губернатора, сегодня решеночная битва, супер мероприятие. Чуть повыступаем, так сразу супер. Что, обалдели? Да нет, наоборот. Очень хорошо, очень весело. Мы выходим, 3000 человек на нас смотрят, мы пытаемся их рассмешить. Мы использовали какие-то социальные шутки, жизненные, то есть ситуации. Даже в них не столько шутка, сколько это то, что мы наблюдаем каждый день. Нам это кажется не смешным, но когда показывается сцена, это прям очень смешно и всем нравится. Выступать, а тем более импровизировать перед многочисленной публикой, даже для самых опытных КВНщиков, задача не из простых. Ровно 2 часа готовились. Я слово неправильно сказала. Ну, я не то, что волновалась, но просто мне за 5 минут сказали это сказать. Вот я неправильно сказала. Ребята из команд КВН настолько увлекались и погружались в юмористические образы, что даже за кулисами заставляли улыбаться окружающих. Мы КВН занимаемся давно. Понимаете, не первый год. Да, четвертый год. Ну вот. Выступление команд КВН оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли известные люди Омской области. В итоге искрометной борьбы гран-при фестиваля завоевала команда «Королева зергов». Победителями в номинации «Спецприз жюри» стала сборная «Классика жанра». В номинации «Патриот 55-го региона» – «Галантная улыбка Джека». А многочисленные зрители получили массу положительных эмоций. Такой чудесный праздник, День молодежи. Вот мы с удовольствием пришли, потому что выходной, и хочется развеяться и повеселиться. И у нас это прекрасно получается. Новые команды, много узнали о новых омских командах, которых вообще никогда не слышали. Очень понравились крутые перцы. Ребята прям зажигают замечательно. Очень понравилось, что бесплатно организовали такой праздник для молодежи. Праздник был организован при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и региональной общественной организации Омская областная лига КВН. КВН – одно из самых популярных направлений среди российской молодежи. И региональные власти на протяжении многих лет поддерживают и способствуют продвижению омских талантов к вершинам юмористического мастерства.